Недостаток свободных мест для стоянки личного транспорта вынуждает водителей искать альтернативные парковки. Площадки возле мусорных баков не исключение. В нашем муниципалитете, как отмечают сотрудники территориального отдела номер 25, чаще всего машины оставляют в непосредственной близости от контейнерных площадок в Дрожжино и Боброво. Рейды проводятся еженедельно. Основные адреса в Ленинском городском округе – это рабочий поселок Дрожжино, рабочий поселок Боброво, также деревня Мисайлова. Всего за неделю в рамках рейда «Не препятствуй вывозу мусора» в Ленинском городском округе было выявлено 8 нарушений парковки, препятствующей подъезду мусоровоза. Сотрудниками территориального отдела осуществляется в ходе рейда фотофиксация транспортного средства и направляется административный штраф собственнику транспортного средства. Все припаркованные транспортные средства, перекрывающие доступ спецтехники к мусорным бакам, были зафиксированы. Материалы направлены в ОГИБДД для установления личности владельцев. После получения информации о собственниках водителям будут направлены постановления о правонарушениях. Мы обращаемся к жителям, прежде всего, городского округа. Мы понимаем, что в наших условиях парковка – это сейчас очень сложно, мест очень мало, но, по крайней мере, не загораживать те пространства, которые нужны для вывоза мусора, отходов, тем более это в летний период. Инспекторами Госсадмтехнадзора уже в текущем году было возбуждено 26 административных дел. Общая сумма штрафов составила 130 тысяч рублей. Все постановления направлены автовладельцам-нарушителям. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.